Вспышка. Опасность ядерного взрыва. НБ-06-26-34. Азимут 90 градусов по сетке координат. Тип поверхностный. От вспышки до взрыва 90 секунд. Ширина облака 10 градусов. Направление облака 2,3 градуса. Внимание! Произошел ядерный взрыв. Радиус зоны радиационного поражения 7.4 мили. Координаты эпицентра NB-05-86-80. Приступить к немедленной эвакуации всего личного состава из зоны поражения. В настоящий момент организуются противорадиационные центры. Приступить к работе они смогут через 2 часа. Всем постоянно проверять показания дозиметра и определять текущий уровень радиации. При фиксировании высокого уровня радиации немедленно обратиться за медицинской помощью. Ребята, бегу! Северо-запад! Рената!
Вызывай удар с воздуха по тому зданию. Эй, кретины, ловите! Докладывает Мосин 2-5. Мы в пути. Авиаудар по сигналу. Патроны кончились. Заряжаю. Чисто, а Лясада нет, идем дальше. Пустой, заряжай! Докладывает Мосин 2-5. Готовы к атаке, ждем приказов.
Отойдите! Они чисто, проверим остальные. Не чисто, проверим следующее.
Стойте! Не чисто, а осада нет, идем дальше. Помните, Аль-Асад нужен нам живым. От мертвого толку не будет. Вперед! Ты зачем это сделал? Откуда у тебя бомба? Это не я! Тогда кто? Это не я! Кто? Говори! Имя! Мне нужно его имя! Сэр, это его сотовый.
Кто это был, сэр? Захаев. Имран Захаев.